Идемте все со мной за подарками. Я буду дедушке помогать. Ура! Молодец, давайте попробуем. Тихо, слушайте песни. Миша рассказывал, что... Тихо!
Тихо! Еще раз про стих про зиму. Тихо, белый снег кружит, в воздухе кружит, и на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом поле побелело, дождь на пеленой все его одел. Темный лес шуршат, вижу, не крепкий пробор. Стали дни короткие, солнца светит мало. Вот пришли морозы, и зима настала. Подсказывай, мама. В лесу родилась ёлочка. Летела бисеринка с мазуточкой. Бай-бай. Очень-то помогает.
Bye.
Родители за канцелярией
матушка Шакунтала, медной горы хозяйка, волшебный клубочек за матом миром. Ты катись, катись, клубочек, под калиновый кусточек, узелочек разлежи, путь мне Кришне покажи. Если ты заблудишься, брось этот клубочек, скажи мантру, он тебя и доведет. Чаши Прабхата он лесит про кавачу. Арджуна Кришна дал гирлянду от Прабхупады, защищающую от стрел Камадева. Булавы, мечи, кладенцы, звуки самострелы, до самой стрелы выдала хранительница сокровищ Медной горы хозяйка. Хранитель леса Арча Виграха дал листочки дула себя сказал, что коли хочешь что-то Кришне предложить, положи туда сперва все листочки волшебные, Господь примет обязательно. Дал стадом Юрием, дал скатерть самобранку, да кастрюльку самоварку. Хранитель порядка Сатвата дал кольцо времени и мантру к нему. И катись, катись, колечко на весеннее крылечко, и поклонки подари, владыка в месяце сдави. Учитель Рамарупа дал колчан, которым стрелы не кончаются, и сказал, ну, богатыри, ехайте, да будьте верны долгу, сражайте во имя сражения и не думайте о счастье и горе, победе и поражении, потере и приобретении. Затею карайте, да люд честной не обижайте, но защищайте. Да Господа нашего Гаурангу помните, не забывайте. Старейшина Орхидея дал древнюю рукопись с могущественными тахиртанскими мантрами. Да с такими мантрами, что и горящую избу найдешь, и коня, насколько остановишь. Старая рукопись, молоком писана, огнем проявлена. Рукопись открывается только божественным натурам, для демонов же она скрыта. Сели они на коней своих и отправились в путь дорожный, честную команду. Приехали, а за ними царство Криворожское. Выйдешь вот это на санкиртан, а кругом варя да судари на санях самоходных туда-сюда ездят. Один тут и выезжают, чтоб кто себя показать, кто на людей посмотреть. А один на коньке, горбуньке, лексус называется, так и крутится, так и блещет, как карась на сковородке. Богатыри выехали на санкиртану и ударил сильный мороз. Медный горы хозяйка очень расстроила, что преданно распространяет книги, а на дворе очень холодно, минус 13. Холодно. Что же делать будем? Они ж померзнут. Пицернята, ой, пацанята, прохвачата. Господи Гауранга, Махапрабху, защити их богатырей, пролей милость, пошли теплую воду и хорошую погоду. Душ Шурко, да парное молоко. И пускай они тебя соберут подснежников под ледом. Одно из имен Кришны – Говинда, тот, кто защищает преданных. Он услышал молитвы своей чистой преданной и не заставил долго ждать. А в это время Дамодар Никитич достает кольцо времени и призывает 12 месяцев. Ой, что-то холодно, ребята. А давайте-ка проверим колечко волшебное. Давай. Ой, катись, катись, колечко на весеннее крылечко. Ты погодку подари, ладык месяц позови. Погода, говорит. Пришли 12 месяцев по батарям
обступил их и давай совет держать, до слова молвил. И сказал Дикаш. Погода, говоришь, нужна хорошая. Да ведь в природе все в порядке должно быть. Никакое время года не отменено. Каждому своя роль, да свое дело. Матрас паршас у каунтея, о сын Кунти. Счастье и горе приходит и уходит, подобно зиме и лету. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок пара. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, не оставаясь невозмутимым. И сказал братец Июнь. То согревает, то морозит, а куда ждем поливает. И молвил сентябрь, братец. Такой порядок установил сам Всевышний Господь, повелитель времени. Но вы, богатыри, непростые. Есть, видно, у вас покровители в Днепропетровске. Не так ли здесь просто к нам вас сам, нас, к вам нас сам Всевышний Владыка направил? Ну ладно, чем сможем, поможем. Помогите нам. Так сказал братец Марк. И сменились месяцы, да наступил месяц Марк. Ай, Боже, вот это Санкт-Петербург, вот это Санкт-Петербург, вот это клёво! И запекли весенние, когда ручьи зажурчали, шли все богатыми, да напути встречи. Скажи, книги можно распространять, да. Читайте книги про Купады, повозка хорошая. Читай Бхагавад-гиту, она тебя научит. Что это такое, Господи? Ой, осторожно! О, камень говорящий придворный! Ну, богатыри, налево пойдете, только грехов наберете. Направо пойдете, все материальное потеряете. А прямо пойдете, моя вады заразитесь. И в брахмане растворитесь. А ну что там делят? Пойдем направо! Да, пойдем пошли, направо! Пошли! Шли богатыри и забрели. То ли в трущобу, то ли в чащобу. Чуют место погиблое. Здесь это пахнет. Ни птица не пролетит, ни зверь не пробежит. Только шакалы будут, да снова ходят. Казино Каризона. Да выходим на встречу дней. Что надо читать? Эй, богатыри, молодцы, куда собрались? Закурить не найдется? А мы не курим и не пьем. Мы монахи вегетарианцы, штанга-йогой занимаемся. А вы что, не знаете, что вы попали в мои владения? И так не пройдете просто. Есть три вопроса. Если отвечаете, пропущу. А если не отвечаете, все равно пропущу через газрубку. Да давай. А коли ответим, то получишь по Бхагавад-гите в каждую голову. Три аспекта абсолюта. Три аспекта абсолюта. Три аспекта абсолюта. Параматма. Браман. Параматма. Бхагаван. Богиван. Молодцы, ты видишь, я не ожидал. Второй вопрос. Восемь первоэлементов. Восемь первоэлементов. А земля? Земля. Вода. Земля. Вот. Воздух. Помощь зал. Огонь. Эфир. И ожидаем. Раз. Подсказывайте, дети, кто знает, спросите. Уничтожить же змей нас. Правильно сказали или нет? Забыли кефир, зефир. Ладно, фу. А то змей опасный. Как человек становится мудрым? Человек становится мудрым, служа старшим. Молодец. Я полностью. Все. Договорились. Сразили мы тебя. Вы уже договорились. На каждую голову, по Бхагавад-гите. Спасибо. А денег у меня нет.
Что, а ты читай, посвящай. Ну, огонька. На хату. Давай, мы водичкой тебе поможем. Да? Идут богатыри дальше. Нас встречают они волка и зайца. Я злой страшный серый волк, я в зайчатах знаю то. Ну сюда, я тебя сейчас поймаю, что? Закон Бога. Закон Божий гласит. Все живое, живое находится во власти Господа. Принадлежит ему. Поэтому каждый должен брать только то, что выделено ему, как его доля. Не посягай на остальное. Хорошо понимаю, потому что принадлежит. Живя так, проживешь ты жизнь Богом. Вот тебе шишу помешат, читай и просвещай. И дива у Бога, человеком станешь. И ушел счастливый голос. А богатыри пошли дальше. Сейчас у нас Леопольд. И встречают они на своем пути Леопольда да Машей. Попрошайки, жулики, по вашей печенюшке. Еще в прошлом году закончились, а вот лещи у меня еще есть для вас. Я больше не буду. Сказал Господь, будьте же счастливы, совершая это жертвоприношение для удовлетворения Всевышнего. Живите безбедно и в конце жизни вернитесь ко мне. Так говорят Писания. Читайте о высшей благотворительности. И на выпускник дать на проповедь немного пожертвовать. А я с мышем только что дал. И пошли богатыри дальше. И встречают они на своем пути бездомовых Кузю и Нафаню, людей невысоких жизненных принципов. Противник, а ну скажи мне! Как мы прошлый год отмечали? Не помню. Я не помню. Здорово! А ну скажи мне, как мы этот отмечали? Вот этот? Да. А он что был? Я не помню. Я не помню. Вот здорово! Слышу, умно размышляешь. Вот держи совершенные вопросы, совершенные ответы. Это вопрос. Вот, держи. Научишься и будешь самым умным человеком. А я и так умный. Разума хочется. На выпускник пожертвуйте. Ну, у нас денег нету, мы пойдем в храм, если есть храм у вас тут. А в Днепре. Можем картошку почистить, уже очищенную. А, вот есть, да, спасибо, спасибо. Пройдешь, поработаешь, тебе там и покушать дадут, и мудро. Мы любим пахать. Идем. Давай. И пошли богатыри дальше. И вот встретили богатыри Гену крокодила, да Чебурашку. Чебурашка! Да, вот кто ответит на все наши вопросы. Что такое карма? А что такое реинкарнация? Карма – это когда добро делаешь, а оно тебе добром возвращается. Что посеешь, то и пожнешь. А реинкарнация значит, получишь то тело, к которому привязан. Слушай, Гена, это значит, что если я привязан к тебе, значит, я получу тело крокодила у крокодилихи. Так, значит, что я, крокодил Гена, буду Чебурашкой в теле Чебурашихи? А если к Кришне привяжетесь, то вернетесь к нему, представляете?
Обитель Господа не освещается ни огнем, ни электричеством. Там, на самосветящихся планетах, вместе с Господом живут живые существа в их изначальных духовных телах. Интересно. Откуда ты это знаешь? Откуда? Книги Прабхупады читаем. Читайте эти книги и будьте счастливы. А мы что-то должны? Должны прочесть эти книги. Ну, еще можно на выпуск книг сделать пожертвования какие-то. Давайте вот. Тарена готова? Гарик. Молодцы. И радостные богатыри шли дальше. И встретили на своем пути царевну тридевятого царства государства. Ой, какой хороший молодец. А пошли со мной в кино на «Аватара» сходим. Мороженка покушаем. Поговорим о том, о сём. О погоде. О том, что в моде. Она пытается соблазнить воина, а он в гирлянде Прабхупады. И стрелы Купидона его не берут. Люди, рассуждающие на подобные темы, подобные кваканью лягушки, которые призывают свою смерть, Кали Сарпа, и таким образом жизнь сокращается. Вот лучше возьми книгу, почитай, здесь тебе и о любви, и о счастье, и о долгой жизни, и о всем хорошем. Возьми, красавица, пусть это тебе будет. Ари Бог, спасибо тебе, что напомнил. И счастливая царевна уходила. Благодаря открытости сердец, преданные богатыри получили милость Господа и благосклонность полубогов. И насобирали много подснежников, то есть обусловленных падших душ. Они вдохновили этих живых существ вспомнить о том, кем они являются на самом деле, и кто их вечный доброжелатель. А также вдохновили их менять свои сердца и служить миссии Шрилы Прабхупады, Господа Гауранги. И жили богатыри, поживали, да на Сангиртану ходить не забывали. И в один из дней уходить уж собрались, да забрал их Прабхупада в мир вечный, в мир нетленный, да пам Господа Гауранги. Вот и сказочки, конец. А кто слушал? Да мудрец! Мудрец!